Как совместить материнство и успешный бизнес? Участницы федеральной образовательной программы намерены в этом разобраться. В области сегодня стартовал конкурс «Мама-предприниматель». Из 72 заявок на обучение и участие в грантовом конкурсе члены жюри выбрали 35 наиболее перспективных проектов от молодых мам со всей Новгородской области. С сегодняшнего дня они начнут проходить недельный интенсив, где опытные предприниматели расскажут, как грамотно прокачать свою идею. Я раньше не занималась предпринимательством, именно поэтому мне очень интересно послушать, как это все происходит. Я чувствую, что не хватает этих знаний и очень рассчитываю, что это мне поможет для развития и реализации моего проекта и масштабирования. В заключение пятидневного курса каждая участница представит свой бизнес-план. Реализацию лучшей идеи профинансирует спонсорский фонд, выделив победительнице грант в размере 100 тысяч рублей. Мы поддерживаем вообще всех предпринимателей. Отдельно особое внимание, вот совсем недавно тоже был конкурс «Молодой предприниматель», сейчас «Мама-предприниматель». Я думаю, что важно поддерживать вот какие-то отдельные виды бизнеса, прежде всего потому, что помощь в качестве обучения и помощь в качестве гранта, но самое главное то, что предприниматели видят, что о них помнят. Конкурс «Мама-предприниматель» проходит в 7-й раз, и в этом году он охватит более 60 регионов страны. В Новгородской области программу курирует региональное отделение «Опоры России», которое, по словам его председателя, возьмет под свой патронаж всех участниц, чтобы инициативные мамы смогли поверить в себя и начать свое дело.